В течение определенного периода времени представители различных государственных органов Азербайджана, в том числе Министерства экологии и природных ресурсов, Государственного комитета по вопросам имущества при Министерстве экономики и ряда других наших государственных структур, провели несколько встреч с командующим российских миротворческих сил, в том числе с представителями местных армян. Была достигнута договоренность о начале мониторинговых работ. Об этом заявил в интервью журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Министр напомнил, что 10 декабря осуществление такого мониторинга в согласованном порядке не состоялось из-за заранее спланированных небольшой группой армянских активистов провокаций. «Перед обоими месторождениями они провели мероприятия с одной и той же режиссурой», — сказал глава МИД. Джейхун Байрамов также сказал, что именно после того, как доброжелательные шаги, предпринятые госструктурами Азербайджана, не дали результатов, ряд НПО, структур и их активистов, действующих в сфере экологии, в знак протеста и в обоснованной форме выдвинули свои требования.